Всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать отличную самоделку для нашего пескоструя. Мне многие просили показать, как я делал наконечник. Буду делать его из такой старой свечи. Как это сделал, что делал, давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Кто не подписался еще, подписывайтесь обязательно. Ну а я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Итак, нашел я вот старые свечки. Они, я еще даже не знаю, тут вообще какие-то он есть древние. Но в моем случае мне вот понадобится лучше вот таком, который потоньше. А первым делом сейчас я уберу вот это колечко. Вот сейчас прям откусим его, чтобы оно не мешало. Зажимаю в песочку. И по кругу срезаем металлическую часть внутри керамика. Дальше сжимаю эту часть кишки. Кстати, друзья, не забудьте посмотреть предыдущий ролик. Там вместе с компанией Stanley проводим отличный конкурс. Не упустите шанс выиграть отличный шуруповерт. И теперь потихонечку нагреваем. Берем пассатижи и потихонечку начинаем это откручивать. Такая часть вырезает, там, конечно, еще остался металл. И металл здесь осталось внутри мастика, какая-то термо. Сейчас мы другой стороной зажмем. Также будем нагревать. Для наглядности, вы видите, она тягучая. Я прям беру сверло и высверливаю. В итоге вот такая вот внутренняя часть вытаскивается. Она не по резьбе, она просто забита. Вот какая-то термопаста была там. Вот держал ее, в общем. Получается вот такое вот сквозное отверстие. Я немножко обточил на уше, взял заглушечку вот такую, и она у нас туда вставляется прям четко. И прижимается, и все, ничего у нас не летит. Сейчас покажу, как это работает. Кому интересно будет в целом, кто не видел предыдущий ролик, посмотрите, как вся эта в сборе конструкция работает, и все это прекрасно себя чувствует и имеет место быть. Таких наконечников можно наделать целую кучу, и они всегда будут под рукой. Ну, то есть я думаю, что это делается прям очень просто. Вам всем огромное спасибо, друзья. До новых встреч, до новой самоделки. Пока-пока.